Плотников, ну тоже шел с отрицательного угла, но нет, не проходит этот трюк. Алексеев выбрасывает шайбу из своей зоны. Так что магнитки теперь, ну, довольно быстро вернулись, не так много времени потратили. Бэк. Снова расположили в позиционном нападении «Металлурги». Карпов, передача, бросок и гол! И Егор Мартынов сравнивает счет в этом матче. Шикарный розыгрыш вот этот в формате 6-5 получился у «Металлурга». С огромным трудом удалось забраться вообще в зону «Локомотива». Но с появлением лишнего игрока удалось хорошо расставиться. Часто менялись местами игроки магнитогорской команды. И в итоге вот забыли Егора Мартынова.